Пациентка номер 3, 40 лет. Морфотип старения прогностически деформационный. Кожа дегидратирована, рисунок сосудистый не выражен. Дефицит объема в малярных областях, в области носогубных складок, а также в височных областях. Наблюдается незначительная асимметрия губ. Косметологический анамнез спокойный, соматически здорово, противопоказаний к процедуре нет. Перед процедурой производится разметка тех областей, где будет производиться коррекция. В данном случае идет разметка дефицита объема височной области, а также зона введения препарата для лифтинга брови. Разметка дефицита объема височной области с другой стороны. Данные слайды предоставлены из атласа профессора Андре Алессандрини. Далее производится разметка с целью ограничения области введения препарата в щечной области. Это линия от угла рта до козелка уха. Разметка области коррекции губ, верхней и нижней губы и коррекция морщин марионетки. Следующая область дефицита объема – малярная. Первая область коррекции – это область малярная. Используется препарат Регенял Супер Идея, канюля 25G. Уровень введения – глубокий слой подкожно-жировой клетчатки. Препарат вводится болюсно-ретроградно. Далее производится коррекция малярной области с противоположной стороны. Так же, как и в предыдущих случаях, необходим контроль кончика канюли пальцем свободной руки. И визуальный контроль коррекции дефицита объема. Следующая область коррекции – это зона овала. Препарат выбран Регенял Супер Идея, игла 27G. Производится накосное болюсное введение препарата. Обратите внимание на разметку. Препарат вводится по обе стороны от вертикальной линии для создания гармоничной линии овала. Аналогичная коррекция производится с другой стороны. Височная область. Для коррекции данной области выбран препарат Ял System Duo и канюля 25G. В
производится коррекция дефицита объема четко обозначенной области. Микроболюсно. До достижения желаемого визуального эффекта. Также препарат вводится под латеральную часть брови с целью дальнейшего лифтинга этой зоны. В области виска предпочтительно работать канюлей. Эта зона крайне опасна для работы иглой по причине наличия в данной области большого количества сосудов и нервов. Основная опасность в этой зоне – это трасса лицевого нерва, поэтому и работать в этой зоне предпочтительнее с помощью канюли. Сейчас доктор производит создание тоннеля для коррекции височной области с другой стороны. Препарат YAL System Duo, канюля 25G. Одновременное введение большого количества препарата в этой области недопустимо по причине возможности сдавления сосудов. Поэтому при необходимости коррекции большого дефицита объема в этой области лучше произвести процедуру в несколько этапов.